занос и проехали! Друзья, нам осталось прикрепить вот эту крышечку. Мишка, это не ручка, а рука человеческая. Давай, Петя, давай газу, газу. О, смотрите, ребята. Ох, как же тяжело лезть в эту красную гору. Эть, еще чуть-чуть, поднатужимся, готово. Всем привет, ребята. Мишка, как всегда, храпит, а мне кажется, что в этом лего-стаканчике что-то есть. Ой, вы только посмотрите, тут какой-то песочек засыпан. Кстати, ребята, у меня есть отличная идея. Так, аккуратненько сдаем назад, и сейчас мы попытаемся перевернуть этот лего-стаканчик. Ух, какой тяжелый этот песок. Давай, грузовичок, силовичок, еще чуть-чуть, ну же, давай. Ура, у Петровича получилось. Итак, первая гоночная машинка под 7-м номером к старту готова. Ох, как круто, ребята! Она легко проезжает этот песок! Красная машинка под номером 2 к старту готова! Разгон! Занос и проехали! Ребята, мне кажется, эта машинка под номером 2 занимает почетное первое место в наших испытаниях. А кто тоже так считает, жмите лайк! Петя, это что еще такое здесь происходит? Петрович, ты зачем манку по всему столу рассыпал, а? Кажется, меня обнаружили. Петрович, от моих огромных глазищ спрятаться не получится. Значит так, бери метелку или швабру, или что там у тебя, не знаю, и немедленно все убирай. Хорошо, Мишка, я все уберу, но с этой метелкой так тяжело, я буду 2 года тут убирать. Петя, любишь кататься, люби и саночки возить, я же тебя не просил тут мусорить. Все, Мишка, не могу больше, ноги мои подкашиваются, руки сейчас отвалятся, и все, не будет больше Петровича. Эх, ладно, Петрович, вижу, ты трудишься, думаю, такой пипеточкой нашу манку не убрать. Кажется, я кое-что придумал. Ой, Мишка, ты, наверное, сейчас принесешь огромную-преогромную лопатку. Или мы все это уберем гигантской тряпкой. Не угадал, Петрович. Оп, смотри, какая у меня есть штуковина. Это же настоящий лего-уличный уборщик. Так, посмотрим. Инструкция, отлично. И, собственно, куча всяких деталек. Один пакетик и второй. Кажется, он немножко побольше. Ой, смотрите, это же лего. Мишка, ты что, лего купил? Ой, я сейчас в обморок упаду. А как вкусно пахнет. Обожаю лего. Петрович, не так все просто. Еще попробуй собери. Так, кажется, колесики прикрепили. Эту штучку надо поставить сюда. Готово? Петя, спасибо, что собрал бункер для мусора. И теперь надо поставить его сюда. О, уже что-то получается. Мишка, слушай, я вроде бы исправился и стал хорошим Петровичем. А может, у тебя конфетка где-нибудь завалялась? Ну ладно, конфетку так конфетку. Вот, держи, супер сладкая конфетка-ручка. Мишка, это не ручка, а рука человеческая. Ох ты, Петя, бояка, это же конфета-рука. Это такой, ну это, прикол, розыгрыш называется. Кстати, Петрович, она такая вкусная. Ну да, Мишка, вроде бы пахнет очень вкусно. Попробую лизнуть эту руку. Ой, точно конфета. Думаю, начну кушать с пальчиков. Так-с, ребята, а мы начинаем уже вставлять щетки-очищалки. Одну сюда вставим, а вторую вот сюда. Одно колесико вставим сюда, и второе колесико вставим вот сюда. Друзья, нам осталось прикрепить вот эту крышечку, и наш космолет, ой, то есть уборочная лего-машинка, готова к работе. Мишка, поехали! Поехали!
Давай, Петя, давай газу, газу. О, смотрите, ребята, этот уборщик все сметает на своем пути. Этот космолет очень крутой, на нем так весело кататься. Ой-ой, космолетик, потише, потише. Так, включаем боковые крутилки. Ребята, а кому понравился космолет, жмите лайк и подписывайтесь на наш канал. Да, Петя, уборочная машинка очень крутая, но вот нашу манку она совсем не убрала. Кажется, коробка от Лего справится с этой задачей намного лучше.